В игре Dark Star One вы бороздите космические просторы на собственном корабле. Во всех закоулках Млечного Пути вам придется разыскивать артефакты, оставленные исчезнувшей цивилизацией. Дело в том, что ваш звездолет также создан по таинственной технологии древних. Найденные артефакты поглощаются кораблем и происходит апгрейд основных систем, а также открываются новые возможности модернизации. Заработанные по ходу игры деньги тратятся на улучшение корпуса, двигателей и оружия. Кроме того, артефактами можно прокачивать плазменный генератор корабля. Благодаря ему вы способны очень далеко стрелять, а в нужный момент подставить под вражеский огонь энергетический щит. Где зарабатывать деньги? Практически где угодно. В мире Dark Star One есть масса возможностей заработать. Галактика осваивается 6 разумными расами, которые ведут активную торговлю друг с другом. Но будьте внимательны, сколько планет, столько обычаев. В одной системе открыто распространяют наркотики, а в другой запрещены даже видеоигры. Беспечный торговец и не заметит, как из добропорядочного купца превратится в контрабандиста. Где торговля, там и пираты. Смело вступайте с ними в бой, ведь за каждого покойника правоохранительные органы платят хорошие деньги. Можете сами промышлять грабежами, но имейте в виду, в обществе такого поведения не жалуют. Еще одним источником заработка являются задания от NPC, выдаваемые на торговых станциях. Как правило, вам будут поручать доставку грузов по опасному маршруту, разборки с пиратскими шайками и даже совершение преступлений. Перемежая законную торговлю с контрабандой, а охоту на пиратов с грабежами, вы постепенно переворачиваете новые страницы сюжета. В отличие от X Beyond the Frontier или X Reunion, в Dark Star One есть сквозной сюжет. Разумные расы не доверяют друг другу, мегакорпорации строят козни, сумасшедшие политики жаждут захватить мир. Для вас же основной задачей станет поиск сбежавшего убийцы и распутывание заговора. Вы будете разыскивать подозрительных субъектов, вытряхивать нужную информацию из инопланетян и добиваться правды всеми возможными способами. И все-таки главное в Dark Star One – это торговля, полеты по красивейшему космосу и яростные схватки. Следить за ростом банковского счета, летать куда заблагорассудится и стрелять, не жалея патронов – что еще нужно для счастья поклоннику Space Sim'ов?